Ребята, обязательно посмотрите это видео до конца. Это того стоит. Приветик, дорогие друзья! Мы на канале Magic Family в нашем зоопарке. Случайные комментарии, оставшиеся без ответов, появляются в роликах. Эйвона занюхали. Эйвон хочет помыть зубы Климу. Клим, дай я тебя поцелую. Отстань, Эйвон, ты же мне как старший брат, Клим. Эйвон, подлиза такой. Мишанька на кресле и пока ни с кем не играет. Ничего не хочет. Клим, иди. Эйвон, я же сказала, отстань от меня, иди играй так с девчонками. Эйвон подлизывается ко всем, особенно к Клементию прямо. Ай, смешной. Пожалуйста, Клим, я твой друг. Давай поиграем. А Клим такой его строит, говорит, я тут главный. Скажи, что? Изик такой пошел. И Лайчик, сынок Эвочки, вот так вот уже вырос. И Адам черненький. Илай! А, Илай! Вот так вот ребята разговаривают между собой. Играют. Дерутся, кто кого построит, кто здесь главнее. Эйвон очень много в детстве провел времени с Махой, поэтому он ее очень любит. И они оба мраморные, это так прикольно, мраморный кардиган. Хара пытается играть с бабаськой, и Эва тоже. Бабась говорит, идите, я не хочу с вами играть. Этим приколом я не могу не поделиться с вами. Бикоша, Ильюша, тетя и Мотя. Да, они так чавкают смешно. Такие смешные они. Вьетнамская свинюшка. Это говори. Да. Тетя идет нападать на собак. Тетя нападает на собак. Сейчас пойдет их дразнить собак. Свинья лает на собак. Изо дня в день наша свинка-тетя дразнит собак. Они стоят у забора и с интересом наблюдают. А она подбегает и начинает громко хрюкать, как будто гавкать, и стучаться в забор. Таким образом раздразнивает собак. Ну а потом к ней присоединяются другие поросята. Мы тут вышли погулять и поздравить наших победителей конкурса репостов. Сигночка для Валерии Романовой. Правда? Да. Я просто первый раз побеждаю, поэтому ты очень рада. Твоей лучшей подруге Вики Башмаковой и маме с папой. Виктория Кузнецова, привет от нашей Magic Family TV. Я просто первый раз выиграла в своей жизни самостоятельно. Я просто сейчас в шоке большом. Я хочу всем передать привет подписчикам Ане, чтобы они подписывались больше на ее канал и радовались, и были счастливы от видео и смотреть про собачек, все такое. Для Евы Коваленко. Привет! Привет! Я хочу передать привет моей сестре Ялете, так как сейчас ее рядом нету. Я хочу передать привет своим одноклассницам, Кате, Даше, и всем животным. Вип-сигна Миша Зиединову. Я так долго ждал. Блин, я еще в это поверить не могу. Не знаю, это как-то неожиданно. Хочу передать привет бабушке, маме, дедушке, всему нашему 5-му А классу и вообще городу Перми. Алине Заикиной. Да, я очень рада. Я передаю привет Наде. Она знает, какой вот всем зрителям твоего канала, чтобы они не расстраивались, потому что удача может вернуться всем, и в следующий раз обязательно кто-то другой выиграет. Наталье Марусиной. Я хочу передать привет своей маме и подруге из класса Рите. Семеновой Насте. Передаю привет Даше Саговой, Ире Вороновской, Виолетте Байдак и Софии Ивановой, и Мише. Сигночкой Даши Дятловой. Привет, Настя Новикова. Приветик. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Вике и еще одной своей лучшей подруге Алисе. Йоркам и Вике. Я хочу передать привет моей подруге Марине, которая живет со мной рядом. Продолжение следует. Впереди еще много всего интересного. Так что подпишись на наш канал и не забывай нажать колокольчик. И подписывайся на мой канал Animagic. Там тоже весело. Увидимся.